Пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова примет участие во втором международном чемпионате для женщин W Series. Позади предсезонные тесты, по итогам которых российская гонщица вошла в шестерку лучших. Сейчас спортсменка сосредоточена на подготовке к чемпионату. Я учусь, понятное дело, ну и плюс тренировки в зале, они у меня почти каждый день, ну, за исключением некоторых выходных. То есть это силовая тренировка, у меня есть тренер, который готовит меня по программе SMP Fitness, которую мне ребята написали, то есть мы ее обновляем там. Гонки W Series проводятся на машинах Tatus T318. Для Сидорковой, которая минувший сезон провела в испанской Формуле 4, это первый опыт пилотирования болида старшей Формулы 3. Здесь я почувствовала, что машина мощнее, что она по-другому управляется, у нее больше веса, поэтому она чуть тяжелее поворачивает. Ну, то есть чувствуется, что она чуть больше запаздывает. Но помимо этого, я очень рада, что смогла почувствовать влияние аэродинамики, то, как машина прижимается в скоростных поворотах. На старт первого этапа в мае выйдут 18 гонщиц, 12 из которых в чемпионате уже участвовали. Есть понимание того, что многие участницы поедут уже второй сезон. Они знакомы с трассой, они знакомы с машиной чуть лучше. Но мне кажется, что здесь, наоборот, вырастает мотивация показать себя как новичок года, плюс как самый младший участник. Наоборот, я больше мотивируюсь и еще больше хочу показать достойный результат. Не забывает гонщица и об учебе. В следующем году ей предстоит поступить в институт. Я собиралась поступать в МАДИ. Из факультетов это либо дорожное строительство, либо логистика. Но это пока что только планы, потому что все меняется, неизвестно, что будет по гонкам в следующем году, как пойдет карьера и так далее. Но все же сейчас я придерживаюсь этой стратегии.